Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Миниатюры и Диорамы. Сегодня мы попробуем изготовить весеннюю грязь. Для этого нам понадобится ПВА. Ну, я буду использовать столярный клей, потому что мне он как-то больше нравится, высыхать быстрее. Единственное, для изготовления снега не советую его использовать, потому что он, как мне кажется, желтеет. Но я не могу быть уверенным на 100%. Это глина черная, вулканическая. Такой глины продается бесчисленное множество и цветов, и окрасов. Вот так вот она выглядит. В аптеках можно найти. Она есть черная, голубая, белая, любых цветов. Лен сантехнический, порезанный, мелкий. Ну вот он, вот такого формата был. Просто порубил его, чтобы он создавал некую неоднородность. И пигмент европейская грязь. Не знаю, правда, пока что из этого выйдет. Раньше я изготавливал немного по другим. Способом. Подготовил основание. Здесь просто вот глина сейчас присыпана и все. Но мне этого недостаточно. Сделал отверстие. В следующем видео мы будем рассматривать вот такие вот вещи. Это заготовка под забор. То есть здесь будет стоять забор. Вот таким образом. Но это совсем другая история. Итак, что мне нужно, какого эффекта нужно добиться? Мне здесь нужна грязь, чтобы впоследствии сделать следы от сапог и прочее, и залить это все эпоксидной смолой, чтобы были лужи. Здесь будет у забора подтаявший снег, который будет немножко таять. Должно получиться очень живенько. Итак, берем, смешиваем все это добро. Сантехнический лен, глина, пигмент. Можно, кстати, добавить для цвета. Давайте попробуем сейчас все это размешать и добавить туда, ну, допустим, вот коричневого. И посмотрим, что у нас из этого получится. Понятно, что цвет можно будет подгонять в процессе, то есть прокрасить позже. Можно немножко добавить сюда воды, но тогда боюсь, что вот эта вот наша масса, она будет не будет держать форму. Мне не надо, чтобы она растекалась. Сейчас мы это все перемешаем. Можно, кстати, добавить сюда гипса. Маловато. Добавить гипса. И тогда оно точно будет надежно закреплено. Вот на данный момент мне кажется, что я очень много добавил сюда. Именно глины. Сейчас я сюда совсем немного добавлю воды. Вот, добавил воды, сейчас мы это все перемешаем. И посмотрим на наш эффект. Работать, конечно, будет немножко сложновато с этой субстанцией. Ну, чтобы добиться именно результата, которого нам необходимо. Но лучшего решения я не нашел. Многие используют средства от АК Интерактив. Но я не знаю, то ли мне это неинтересно, то ли мне просто деньги не хочется на это тратить. Поэтому я пытаюсь сделать именно вот подобным способом. Ну вот, такая вот субстанция у нас вышла.
довольно-таки плотная. Будем наносить ее на основание сейчас. И сразу же смотреть, где и что нам нужно. Где у нас будут лужи, где у нас будут следы. Лучше, конечно, это делать шпателем. Но я забыл, куда я дел свои силиконовые. Поэтому буду наносить тем, что есть. Можно руками даже, кстати. Абсолютно безвредно, экологически, так сказать. Глина вообще полезна. Мы сейчас нанесем просто, а потом уже будем придавать некую форму. Берем теперь фигуру, можно не фигуру, можно отдельно ногу взять, но у меня есть тут фигура, будем делать следы. Если здесь у нас будет проходить забор, найти бы теперь это отверстие. Надо было... Вот, так, здесь у нас будет проходить забор. Где-то в метре от забора должны будут быть следы. Понятно, что все это должно быть хаотично, но все равно какой-то должен быть определенный алгоритм. Вот. Подобным образом будет выглядеть наша грязь. Потом мы здесь после высыхания местами пройдемся или вот этой жидкостью для придания влажного эффекта атака, или глянцевым лаком. Я пока еще не определился. Точно, скорее всего, будет использоваться вот эта вот смывочка. Она такой дает... эффект грязи тоже неплохой. И в следующем видео мы, наверное, будем с вами расписывать вот эту вот женщину. Дорасписывать, точнее говоря. Вроде как я начал лицо, ну, тело, то, что телесные оттенки. И будем продолжать. То есть вот эта женщина у нас будет... Будет вот этот парень. И ключевая фигура. Я уже полностью закончил практически. Вот этот вот дедушка. Дедушка Ау будет у нас присутствовать.
расписаны вот именно вот в таком вот сеттинге, в черно-белом. Ну, он не то что черно-белом, в таком синеватом. То есть вот ключевая фигура будет виньетки. Кому видео показалось полезным, подписывайтесь на новые видео, ставьте палец вверх. Всем пока!